Гродинского «Торпедо». Интересный во многих аспектах. Сегодня матч, и, конечно, обо всем по порядку. Ящик сразу переходить к стартовым составам команд. Ну и по традиции, получается, будем «Торпедо». «Торпедо» играет Валерий Громык, один из главных хедлайнеров для Борисова. Здесь же на «Динамо Юни» в матче против солигорского «Шахтера» в Суперкубке. К слову, наверное, поединок, который просто приятнейшие впечатления. Но самое главное, что полностью выкупили права у Риги. Жодинцы, но вот подача от Вилозу в район 11 метров, удар Березкина и 0-1, «Торпедо» выходит вперед, вот он стандарт. Вот он стандарт, первый в матче, который конвертируется в забитый мяч, шикарная подача Липы Вилозу, ну и Евгений Березкин, пламенный привет. От экс-борисовчанина Евгений Березкин возвращается в Беларусь, ну и, соответственно, забивает. Да, видим, что с первым ударом Дергачев справился, но вот добивание от Березкина. Забил футболист под номером 27, Евгений Березкин. Бочаров, Яков Филиппович. Да, понимаем, что стандарты, особенно в начале сезона, они очень-очень опасны. Но вот подтверждение моим словам находит гол Евгения Березкина. Опять же, здорово сыграл Липы Вилозу. Ну и вот, наверное, позиционная ошибка Борисова, которая привела к тому, что пришлось Дергачеву капитулировать. Нечаев. Нечаев очень неплохо накрыл же Комара. И Василевича, неплохая передача. Комара уже в штрафной. Александр Филиппович. Вот такой кросс. И вот момент у Бате. Бессмертный. Нет, не забивает. Не забивает Бессмертный. Хорош здесь Владимир Бушма. Выходит из ворот, сокращает угол опоры. Заметил то, что сумел отклеиться Бессмертный от своего пекуна. Но вот, по сути, вырезал передачу на 19 номера. Но вот забить Бессмертный в этой ситуации не сумел. Но вот это 100% момент, который записываем в команде Александра Михайлова в актив. Вполне борисовчане могли делать счет равным. Всплывает, когда Бушма просто выручил «Торпедо», но не позволил Бате восстановить паритет на табло. Но вот еще одна передача. Антилевский! Очень опасно было, но мяч облизал сетку ворот. Но здесь повезло. Бате мог, в принципе, Антилевский огорчать Дергачева. Яков Филиппович. Да, конечно. Еще одна подача будет. На ближнюю штангу. Есть удар Бушма. Бушма выручает «Торпедо», второй сейф у голкипера из Жодина. Но вот понимаем, что Бушма — это традиционно один из самых сухих голкиперов в Беларуси. То есть в прошлом сезоне просто целую уйму сухарей. Опять на ту схему, которую мы видели в Суперкубке. Момент у Громыка, передача на Милича, Бессмертный, нет. Здесь очень здорово играет Александр Чиш, не позволяет этой передаче дойти до адреса. Мы видим, что Бессмертный отправляется к угловому флажку, что придумает 19 номер сейчас. Кириленко. И еще одна то ли подача, то ли удар. Дергачев. Возможно, здесь где-то ослепило Дергачева, поэтому не совсем уверенно сыграл голкипер Бате. Солнечная сторона у команды Александра Михайлова. Но главное, что справляются борисовчане угловой. Вадим Побудин. Вот посмотрим, что придумают. На коротке. Вот это интересно. Березкин. Побуди. Вот такой прострел. Очень опасный. Дергачев выручает Бате. Ну и вот, в принципе, свисток. 44-й Владислав Малькевич. Справа 19-й Дмитрий Бессмертный. Ну и нападающий единственный Бате — это Илья Василевич под 9-м номером. Вот такая, в принципе, схема. Сейчас расстановка у Борисовского. Вильямсон. Удар. И 1-1. Вильямтор Вильямсон. Шикарный гол от исландца. Бате сравнивает счет. Здесь уже бессилен Владимир Бушма. Но вот это очень здорово. Это очень крутой мяч от Вильямтора Вильямсона. Не сумел отличиться в Суперкубке, зато забивает в матче с «Торпедо». Да, и вместо Липы Вилозу в игру вступает Максим Мякиш. Видим, что сейчас ставку на молодых футболистов делает Дмитрий Молош. Посмотрим тоже на мяч. И думаю, 44-й номер Бате. Малькевич. Ну вот аж такой удар от Малькевича. Бушма выручает «Торпедо». Именно эти футболисты уже в деле. У Бате, в принципе, замена Михайлова-то сработала. Вильямсон отличился. Какой просто шикарный мяч положил Вильямтор. Просто гол-конфетка, позволившая Борисову. 97-й Максим Мякиш. Подача еще одна на Якова Филипповича. Василевич. Есть удар, он заблокирован. Но здесь Бардачев пытался на мяче оказаться первым. Но видим, что разряжает обстановку около своих владений футболисты «Торпедо». Нечаев. Нечаев обокрал Устинова. Березкин по Буде. Вот такая подача. Довольно неплохая скидка. Мякиш. Нет. Мяч немного сошел с ноги у Мякиша. Поэтому не увидели удара поворотом Бате. Еще раз на Чижа. И что здесь?
А здесь нарушение правил. Здесь Чиж жестко сыграл. Там в рекламные щиты улетел Яков Филиппович. Но благо все в порядке с защитником. 4-1, 4-1. Бате. Александр Филиппович. Еще на подача. Громыко. Эта штанга выручает торпеда. Вот это момент был у Бате, чтобы вырвать победу. Дмитрия Молоша. Подача от Бессмертного. Нет. О, здесь классно играет Залесский. Нет, даже не Залесский, Чиж. Но не суть важно, потому что звучит финальный свисток Сергея Стецурина, который фиксирует то, что в матче Батэ и Жодинского торпеда ничья 1-1. Гол Березкина в первом тайме. И ответ от Вильяма Тор Вильямсона во второй половине. Поэтому удается команде Александра Михайлова спастись. Уже 13-го работал уже для вас. На этом матче я, Дудко Данил. Берегите себя и еще обязательно услышимся на белорусском футболе.